день, Сергей. Яна, как поступить, если у нас сохранилось очень мало посадочного материала, а хочется не только у себя рассадить по участку, но и подарить кому-то из знакомым свои самые любимые цветы? Речь идет о георгинах. Конечно, вот у нас такой клубень. Что мы с ним можем сделать? Мы можем его поделить, высадить и получать вот такие вот черенки в итоге. Росточки и черенковать их. Ян, но прежде чем мы перейдем к черенкованию, мне хотелось бы, чтобы ты как профессионал оценила сохранность вот этого посадочного материала. Я вот взял то, что у меня под руку попалось. Вообще, что здесь сохранилось? Будет ли что-то из этого расти? И сколько на самом деле можно из этого сделать делянок? Поделить, на сколько частей можно этот клубень? Ну да, значит, клубень в очень хорошем состоянии, надо сказать. Вот мы видим, вот шея у него есть, то, на что крепится вот эти... Шеи. Да, три шеи. Мы видим, что вот такие колбаски к ним крепятся. Это то, где, в общем-то, запасные вещества, которые растение запасло с осени. И мы можем поделить либо на две части, потому что вот этот у нас достаточно большой, и два маленьких. Либо на три части. Вот два маленьких сделать и один большой. Или же один большой и два маленьких, как бы они вместе. К одной шее сколько должно примыкать непосредственно клубеньков для того, чтобы они нормально питались? Принципиальный ли это вопрос? Это не принципиальный вопрос. Самое главное, чтобы они были хотя бы один-два клубенька, потому что, соответственно, хотя бы один. А если клубни потеряли тургор, то есть они вот стали мягковатыми, это для растений критично или нет? Нет, ничего страшного. Они бывают так, что подсыхают. Это, в принципе, нормально. Хуже намного, если они мягкие, размоченные. Это говорит о том, что уже гнить пошла, и растение, в общем-то, клубень гниет. Это не очень хорошо. А как можно определить вообще, жизнеспособно ли растение и сколько почек будет давать оно? Ну вот касаемо георгин, конечно, это сделать очень трудно, потому что почки, они вот где-то... Еще спят. Они еще спят, они еще не проснулись, и они где-то вот здесь вот находятся. Ну, то есть даже профессионалу это может быть... Вот есть такие бороздки, может быть, есть почка, может быть, нет. Даже профессионалу трудно определить, пока еще почка спящая. Может, пойдет, может быть, нет. Но, в принципе, уже глядя на сам клубень, можно понять, все ли с ним в порядке или нет. Потому что если заморожено, еще что-то, это сразу видно. Понятно, как и картошка. В общем-то, да. Ян, я хотел узнать, какое время оптимально для того, чтобы мы достали клубни георгинов, когда мы их проращиваем и когда мы их черенкуем? Вот эти основные этапы. Значит, если мы решились черенковать, к примеру, вот если посмотреть на вот эти вот георгины, они были посажены 25 января. Две недели ушло на укоренение, и вот у нас пошли уже, значит, ростки. И, к примеру, их уже они были начеренкованы. Правда, немножко другой сорт. Ну, вот конкретно, вот 10 февраля мы черенковали и... Получили посадочный материал. То есть 25-го посажено, 10-го начеренковано, и уже это, можно сказать, укорененный материал, который вот дает уже новые росточки.